Всем привет, друзья! Вы на канале X-Привет. Меня зовут Виталий, и я продолжаю играть в хоррор-игры. Сегодня на очереди игра, которая называется Town Legend Horror. Поэтому с вас обязательно лайк, обязательно любим свой клевый комментарий. И не забываем подписываться на мой канал, кто еще до сих пор не подписан. Так, призрак, монстра нет, но монстр нам нужен. Нормально, у вас есть 3 жизни, монстр. Ну, давайте, наверное, легко поставим. В нашем городе пропадают дети. Мы знаем, что это дело рук злобного Мэри. Взрослые нам не верят. Они считают, что нет улик. Мы пробрались в ее дом сегодня ночью, но Мэри схватила Джонни. Короче, нам нужно спасти друга. И его заперли на чердаке, нам нужно постараться найти все улики, которые нам помогут для того, чтобы его оттуда убрать. Игра желает нам удачи, я, конечно, тоже пожелаю удачи сам себе, тем более здесь в этой игре обновления новогодние. С Новым годом, Мэри! С Новым годом, Джонни! С Новым годом мне! Снеговик. С Новым годом тебе, снеговик. Так, в эту игру я вообще, в принципе, еще не играл никогда. Ух ты, я могу здесь прятаться, отлично, супер, найс. Так, а нам будет кто-то сегодня делать бугагащеньки? Но сюда я войти не могу, газ, вижу. Я решил немножко сейчас посмотреть, что здесь. Так, найдена улика, отлично, я супер, я босс. Дверь заперта, то есть нам нужно что-то найти для того, чтобы его распереть. Так, по улицам я понял. Здесь можно, короче, ходить. Есть где прятаться. Ну, отсюда я пришел. Окей, тогда будем, ребят, рваться, врываться в дом. Где Джонни? Никого нет. Что это такое? Я понял. О, улика. Где Джонни? А, это улица. Не-не-не. Не-не-не, Мэри, Мэри, спокойно. Фу-фу-фу-фу. Так, открыл. И что-то нашел. Эту свечу нужно зажечь. Хорошо, зажжем. Как? Или чем? Но я смотрю, здесь много где можно спрятаться на самом деле. Дверь заперта, отлично. Я очень безумно рад. Опять дверь заперта. Тут что, все двери? Мне нужен ключ какой-то, значит. Я слышу, слышу тебя. Дай мне ключи какие-нибудь найти. Подождите, что-то могу использовать. А, здесь можно открывать. Супер. Фу. Ями. Смокота. Так, здесь, короче, ничего. Слушайте, а годненько так все сделано, мне прям нравится. Вот только где ключ? И эта хрень дыхлая, которая за мной тут бегает. Фу-фу-фу. Давайте, ладно, все, посмотрим. Опа, не, что-то на... Не убивай! Дрянь. Чё? Куда я смотрю? Что, твою мать, что происходит? я не могу встать. Это вообще норм? Что со мной происходит? Я не понимаю, я не могу... Что это такое? Бегу, бегу, бегу. Давай, иди за мной, иди за мной. Слушай, а пошли до снега, смотрим. Ты так медленно бегаешь, это прикольно, мне нравится. Я прям кайфую. Блин, а я ключ-то не успел подобрать, правильно? Наверное, здесь я что-то должен буду сделать. Кстати, я здесь не открывал. И здесь не открывал, ладно. Зато я знаю, что у нас есть что-то здесь. Ключ.
Пожалуйста, вопрос. Откуда вы ключ? Фу, блин, чуть не цапнуло. О, эту лестницу я должен буду где-то использовать или нет? Я здесь, выходи внаружу. Дверь заперта. Нет, нифига, мне не сюда это надо использовать. Блин, где она есть? Вот, вижу, давай, выходи ко мне. Правильно, иди за мной, давай, вокруг, пошли вокруг. Ну, я здесь. Не теряй меня из виду. Ты меня слышишь или нет? Мне конец. Лё, она прыгать умеет. Так, пусть за мной идет. Ты за мной идешь или нет? Правильно, иди за мной. Давай, не теряй меня из виду. Чем дальше ты сюда за мной пойдешь, тем больше у меня будет времени для того, чтобы там побегать. Так, значит, это ключ от одной из какой-то двери, которая находится где-то здесь. Так, вот тут есть дверь. Не отсюда. Да. Отлично. Закрыли. Так, что теперь? Ты здесь? Никуда не уходи, я тебя спасу. Я знаю, откуда это, ребят, знаю. Твою мать, я спрятался. Меня здесь нет. Там, кстати, еще что есть. Улика, наверное. Да, это улика. Так, я хочу везде все по... Я могу здесь вылезти? Подожди немного. Сейчас я... Там мне надо сбегать в тот сарай. По-любому там что-то будет. Мне еще свечи зачем-то надо зажигать. Ну, Новый год, типа. Ладно, побежали. Еп. Хей. Сори. Это был нежданчик. Честно говоря. Так, хорошо. Что это? Свечка. Никогда не держал свечку. Да бегу я, бегу. Неудачно прибежал. Блин, а то на улице, то, блин, внутри. Она может находиться где-то в одном месте, а? Старуха, иди сюда. Давай, за мной. Ты где? Я здесь, дура. Вот он я. Ты за мной идешь, ты, попрыгунчик? И что, мне теперь тут ее вылавливать, что ли? Ой-ой, пошли. Давай за мной. Не смейся. У меня еще целая одна попытка. Вот он я, давай, не отставай. Я понимаю, уже ноги не слушаются, не те года, но все же. К
Кстати, мне надо найти еще всего лишь две улики. Потому что видно, что я уже 3 из 5 нашел. Вставай. И что-то, наверное, нужно сделать с этими свечками. Так, вот она первая свеча. 31-44. Не просто так эти цифры. Как я не люблю эти всякие цифры. Она сюда идет или нет? Блин, а откуда код? Блин, я ее где-то слышу, но я не понимаю, где именно она. Блин, откуда код? Я где-то что-то пропустил. Наверное, в тех комнатах надо тоже пооткрывать сундуки. Я могу здесь спрятаться, фига себе. Но тут нигде ничего нету. А, это типа я закрыл. Мне нужен какой-то сейф или комната с кодом. Да ёп! Неприятно было. Ладно, ребят, на этом видео буду заканчивать. Короче, не удалось мне спасти друга, к сожалению. Но напишите мне комментарий, если хотите, я постараюсь все-таки пройти эту игру до конца. По сути, эта игрушка прикольная, просто я немножко неаккуратно играл. Ну, были на канале Эксперовид, всем спасибо, с вас лайк, подписка. Пока-пока.